Татарстане проходит региональный чемпионат WorldSkills Россия по компетенции «Спасательные работы». Соревнуются 11 команд в разных возрастных группах. Среди юниоров участвуют впервые только школьники. Для них это возможность осознанно выбрать профессию. А еще услышать советы от профессионалов и проверить себя в деле. Например, им предстоит извлечь пострадавшего в ДТП и оказать ему первую помощь. А еще пройти пожарную эстафету и разобрать завал. Победители регионального этапа станут участниками национального чемпионата в 2020 году.